336 спортсменов, представляющих 16 железных дорог и практически все регионы России от Калининграда до Сахалина, съехались в Нижний Новгород, чтобы отстоять честь своих магистралей на летней спартакиаде работников российских железных дорог. Для кого-то это спартакиада первая, но есть и такие, кто стал уже ветеранами соревнований железнодорожников. Здесь люди, которые занимаются спортом на постоянной основе, будучи при этом обычными работниками. То есть здесь нет профессиональных спортсменов. Но для этих людей возможность реализовать себя в чем-то помимо своей непосредственной работы, это тоже очень важно, как для любого человека, кто любит спорт. В спартакиаде дан символический старт, и спортсмены расходятся по своим площадкам. Первым в программе соревнований стал женский забег на 3000 метров. И вот первое золото у Забайкальской железной дороги. Первое, что мне увиделось, это надпись «Локомотив». Так сразу впечатлило. Дорожка замечательная. Вообще хорошо бежалось. Несмотря на то, что соревнования спартакиады имеют любительский статус, за фиксацию финиша здесь отвечают самые современные технологии, исключающие вопросы о судейской предвзятости. Здесь собраны все лучшие судьи и плюс еще фотофиниш по легкой атлетике. Это впервые на этом стадионе после чемпионата СССР в 1989 году, который проходил здесь. Поэтому будет все справедливо. Неожиданно жестким видом спорта оказался впервые включенный в программу спартакиады уличный баскетбол. Во всяком случае, именно на стритбольной площадке была получена первая травма соревнований. А вот один из самых травматичных видов спорта, гиревой, прошел без эксцессов, но в атмосфере напряженной борьбы. Терпи! Терпи, Валентин, давай! Очень тяжелый вид спорта, но здесь находятся, выступают настоящие мужчины, настоящие, очень сильные, выносливые. И, конечно, сильным здоровьем и духом. В течение двух дней медали разыгрывались еще в целом ряде видов спорта, таких как плавание, настольный теннис и бадминтон. Заключительную точку в спортивной программе спартакиады поставила легкоатлетическая эстафета. Лучшее время показала дальневосточная железная дорога. Ну а по итогам всех соревнований спартакиады, самой спортивной железной дорогой 2013 года была признана Западно-Сибирская магистраль.